10 июля 2023 года в 09 часов 45 минут на 80-м километре автодороги Ковылкино-Краслободск-Ельники-Первомайск по предварительным данным водитель автомашины Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущейся в другом направлении автомашины «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины Ford Focus скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а также 4 человека получили телесные повреждения и были доставлены в Краснослободское ЦРБ. Виталий Новиков, временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД ММО МВД России Краснослободский.